Ненецкий округ подал в фонд ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Речь идет о сумме в 15 миллионов 480 тысяч рублей. В ближайшие два года на территории города, согласно плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, будет отремонтировано 20 многоквартирных деревянных домов. Они расположены по улицам Пионерская, Южная, Ленина, Калмыкова, Октябрьская, Первомайская, переулкам Заполярный и Северный. Среди основных видов работ по капитальному ремонту – утепление и ремонт фасадов, ремонт фундаментов, крыш, замена цокольных перекрытий, ремонт внутридомовых инженерных систем, электроснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения. Большая часть средств на капремонт поступит из окружного бюджета и фонда реформирования ЖКХ, оставшиеся – средства собственников жилья. Напомним, что с 1 января 2015 года все собственники многоквартирных домов, которые включены в региональную программу капитального ремонта, будут платить взносы в целях формирования фонда капитального ремонта. Thank you.